Амаль 3 кілометры в один бок. Для первой велосуботы у Гомеля выбрали участок автодороги, побудованный в этом году, а тому велоаматоры могли разогнаться до максимальной скорости без риски трапить у яму ти каляину. Правда, те, кто принял удел у акции, оказались людьми дисциплинованными и отказными, а тому ни властным здоровьем, ни своими транспортными сродками не рызыкавалі, у адрозненні от некоторых інших жыхароў региона, якія сёлета трапілі у сур'ёзныя аварыі. В настоящий момент на территории Гомельщины совершено 16 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых 4 человека погибло и 15 получили ранения различной степени тяжести. Увогуле, практика закрытия дорог для руха автомобильного транспорта и предоставления их велосипедистам у інших краинах існує не один год. У Гомеля яе применили упершиню и есть подставы мерковать, что не помылились. С одного боку, это дало магчимость велоаматорам, которые приезжали на целыми семьями, беспечно кататься на протягу нескольких годин. Еще один плюс у тем, что люди могли огучить свои пропановы супрацовникам Державтоинспекции. Бо сегодня усе разумеют, у некоторых выпадках велосипед почав уявлять реальную погрозу для пешеходов. Мы являемся транспортом, который заставили волей правил дорожного движения передвигаться по дорожкам для пешеходов. Я думаю, что это совершенно неразумное соседство, потому что и скорости разные, и массы разные, и люди гуляют по тротуарам с детьми. Дети, они, сами знаете, они иногда неконтролируемые, можно увечья нанести человечку маленькому. Між тим, колькость велоаматоров у тим же Гомеля постоянно повеличивается. В областном центре навод товариство по интересах існує «Велогомель». А прича того, тут шмат аматоров здійснять велоподдорожжі, у тим ліку протяглая. Некалькі дзён тому, наприклад, група гомельчан проехала по маршруті «Гомель-Адлер». А прича всього іншого, гэта дало магчимость ознайомиться с организацией велосипедного руху у інших країнах. Урач-ангіохірург і активний прихильник поездок на велосипеді Георгій Рибаков переконаны, необходимо вносить коррективы у правила дорожного руху и навод огучивая некоторые пропановы. Велосипед – это транспорт, и он должен передвигаться по проезжей части. Мы согласны сдавать определенные, наверное, нормативы какие-то, получать какие-то, знаки отличия, там, типа номерных знаков, да, получать удостоверение водителей велосипедов, как это было при Советском Союзе. Это все очень разумно, и транспорт должен находиться на проезжей части дороги. Олег Сентюров, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».